Активистов и председатели общественных организаций поздравили с 8 марта. Глава городского округа вручил женщинам цветы и подарки. За чаепитием обсудили планы на будущее, как разнообразить культурную программу города и какую помощь надо оказать общественным организациям. После праздничный концерт для всех дам городского округа. От себя лично и от сердца, от души, от своей семьи и от администрации я хочу пожелать вам искренней любви, счастья, семейного благополучия, тепла и уюта. Все, что мы делаем, это делается только с вашей помощью. Мы всегда опираемся на вас и на ваше мнение, и без вас существовать не можем. Поэтому с большим уважением, с любовью, с праздником. Цветы, подарки, музыкальные номера. В главном зале Дворца культуры «Родина» – аншлаг. На праздничный концерт пришли более 800 химчан.